В ближайшие выходные копейчан приглашают сразу на несколько спортивных мероприятий. В субботу и воскресенье у нас планируются насыщенные дни в спорте. В субботу у нас первым стартует это открытый чемпионат и первенство Копейского городского округа по стендовой стрельбе на стрелковом стенде Калачева. Открытие в 10:00. В 11:00 у нас пройдет спортивный этап фестиваля «Ох уж эти бабушки». На стадионе спортивной школы номер 1 бабушки с внуками померятся силами, попробуют себя в эстафетках. Я думаю, будет очень интересно. И в 12 часов у нас стоит торжественное открытие Кубка России среди любителей по мотокроссу на стадионе по техническим видам спорта. В воскресенье у нас также будет 3 мероприятия. В 10:00 мы стартуем фестиваль летних видов спорта с людьми с ограниченными возможностями. Также на стадионе с Дюшор номер 1. Это у нас уже традиционный фестиваль. У нас участвуют наши 3 общества. В общем, очень интересная борьба. Приглашаю всех прийти, поболеть. В 11 часов на спортивной площадке школы номер 7 у нас состоится чемпионат города по стритболу, который посвящен Дню города и Дню шахтера. И уже традиционно у нас состоится уже 4-й раз фестиваль дворового футбола на стадионе «Химик» в 12 часов открытия. Фестиваль называется «Метрошка». Участвуют любительские команды. Я тоже думаю, будет очень интересно. Приглашаю всех жителей прийти, поболеть и посмотреть. На этом спортивная программа месяца не закончится. 24 августа начнется турнир по боксу, посвященный Дню шахтера. А в субботу, 27 августа, в центре Копейска состоится традиционная велогонка и праздник на стадионе «Химик» «Мама, папа, я – спортивная семья».